А перед началом данного видеоролика хочу порекомендовать канал Викумо. Прости, если неправильно прочитала. Вика делает замечательные видео. Ссылка на него в описании. Мы начинаем наше видео. Знаете, я бы хотела хоть сделать небольшую такую информацию. Я перезапускаю вас. Да, третий раз. Ну, второй раз, честно. Честно, просто, не знаю, произошли дни, канони и так далее. И отвечать на старые вопросы как-то, согласитесь, как-то странно и не очень. Да. В общем, я скажу так, вопросы можно задавать Лорену, Джеку, Нике. Так, кому там? Так, Джек, Лорен, Ник, Лики, Локи и... кому? Нецуко, Акио и последнему персонажу. Забыла имя. А, мне. Да, только... Я себя сильно ударила. Да, вот только с таким персонажем можно задать вопросы. Жду ваших вопросов. Все. Если хотите еще какие-то вопросы или что-то по такому, типа такому видео еще, пишите в комментариях. И всем пока-пока.